Прицеп лодочный двухосный, 9-метровый, без тормозов. Колеса от Мерседеса, покрышки от спринтера 235-225. Рессора где-то приблизительно на 3,5 мы заплатимся без проблем. Рама, труба 120x60, стенка 3, оцинкованный. Светодиодная светотехника стоит, чтобы бампер можно снимать, воду можно не снимать. Вот. Крылья оцинкованные, горячего цинка. Стойки под доски усиленные, регулируемые по высоте и по ширине, как надо, довольно много стоек. Трап до середины прицепа. Вот, лебедка на 900 кг, алка. Регулируется по высоте вверх-вниз, вперед-назад, как надо. Ролик, кнот. Ролл довольно мягенький, если же плоткостью ударит. Колесо отката, автомат стоит. Сцепная головка на 3,5 тонны. Алковская. Ну, качественнее пока мест не бывает. Вот, вот такой вот у нас прицепчик без тормозов.